рассмотрим, и вообще в целом, ну, типа, классно вы сделали, не классно. И я не знаю, как так можно. Почему вот, типа, с мобилки заходишь на другую мобилку, чтобы там, знаете, позвонить, может быть, кому-нибудь. То ли у тебя там, знаете, Xiaomi какая-нибудь, то ли Huawei, то ли iPhone. Ой, да вы чё, да вы вот идею украли. Ну, разумеется, один какой-то адепт написал, Евгений Козлов. Ой, ты чё у меня списываешь? Там же, типа, оценку поделят, там вот это вот все сделают. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. В очередной раз у меня, наверное, обзор, хотя я точно не уверен, как все это можно назвать. Обзор, там какая-то, знаете, рецензия, ревизия, может быть, или вроде того. Но вот нечто подобное, я думаю, вы тут увидели, что там рецензия, ревизия, я не знаю, исследование, может быть, какое-нибудь. В целом, все тут будет. Все дело в том, что Blackrush не обсуждалось уже давно, была Arizona RP, были там еще какие-то вот эти все вещи, а Blackrush не было, знаете ли, давно. И вот не так давно, получается, она выкатила, ну, типа, анонс того, что у них будет в скором будущем. И давайте на все это мы сегодня с вами посмотрим, рассмотрим и вообще в целом, ну, типа, классно вы сделали, не классно. Вот, переходим в Life Mobile. Вот, на Blackrush появятся смартфоны. Слева мы можем видеть то, что это Xiaomi, а по центру это, скорее всего, iPhone, и справа это Samsung. Разумеется, друзья, нужно немного вас пристыдить за вот этот вот весь Сбербанк, но это просто, друзья, это ужас. Можно было какую-то иконку банка нарисовать, да, вот тут вот, и все. А вот эта вот иконка Сбербанка, ну это про... А если человек там, я не знаю, с Украины будет, да, зайдет и захочет посмотреть вот это вот все прочее, сделать, и у него тут Сбербанк, блять. Сделали бы, нарисовали бы там иконку денег, там что-то такое сделали. Тут, блять, Сбербанк. Ну, это просто, это какой-то ужас. И я не знаю, как так можно. Почему вот говорят банк, у всех сразу Сбербанк. У меня, допустим, вот, я не знаю, Тиньков, да. Вот Тиньков банк, вот это я понимаю, круто. Не, они за рекламу не платили, поэтому вот когда заплатят, тогда я о нем и расскажу, какие у него там, знаете, преимущества, фишки, прочие вещи, может быть. И все вот прочие вещи. Разумеется, смартфоны, это как-то забавно. Тем более на телефоне, типа, ты играешь с телефона и заходишь в телефон. Типа, мобилки заходишь на другую мобилку, чтобы там, знаете, позвонить, может быть, кому-нибудь из-за своих вот этих вот интернетовских GTA RMP-шных друзей или вроде того. В целом, разумеется, это хорошо, то что тут такие интерфейсы, потому что на той же самой Arizona RP, насколько я знаю, без разницы, что у тебя, то ли у тебя там, знаете, Xiaomi какая-нибудь, то ли Huawei, то ли iPhone, интерфейс вроде как будет один и тот же, и даже иконки не отличаются друг от друга. Ну как же так уж нарисовать другие-то, я думаю, можно было, а тут, ну, в целом ладно, потому что это Blackrush. И разумеется, сразу там вот это вот начали писать всякие вот эти вот адепты каких-то вот этих вот всех проектов, мол, ой, да вы чё, да вы вот идею украли. Ну, разумеется, один какой-то адепт написал, Евгений Козлов. Евгений Козлов все это написал, и я на все это смотрю, такой типа, блин, ну, Евгений, конечно, красава. На самом деле, вот чуваки во всех этих лайфмобайлах, они уже фишку-то просекли, как на себя можно внимание-то обратить. И вот всякую хуйню от всего этого и пишут. А долбоебы, как знаете, такие некоторые одноклассники, вот у тебя, допустим, они такие говорят, типа, ой, ты чё у меня списываешь, там же, типа, оценку поделят, там вот это вот все сделают. А потом, типа, когда чел к тебе, там, знаете, что-то за... Когда он уже свою работу сдал, типа, начинает к тебе заглядывать, такой, да ты чё, да не списывай, блядь, да я ж пишу по рофлу ему это, говоришь, смеясь практически. А он такой, типа, ты чё, дебил, я уже давно сдал, он... А ты такой, типа, да, 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 пизди больше, блядь. А он не понял, что тупой, блядь, приколов-то на самом деле не понял. Тут так же, то есть чел, разумеется, зарофлил, сказал, что типа идею украли. И чуваки в комментариях сразу такие начинают писать, мол, хах, по твоей логике они украли идею открыть проект, пригласить людей играть на проекте, зарабатывать на проекте. Какие же они плохие. 10 лайков. То есть, понимаете, в GTA Сампе как минимум 11 человек нихуя не понимают вообще в приколах, в рофлах, в мемах. Касательно вот всех этих смартфонов, разумеется, они
не похожи на другие, но зная Black Rush, они сделали вот все вот эти вот, знаете ли, особенности телефонов по типу разделения там, знаете, на какую-то Xiaomi, на Samsung и на iPhone. И все это будет, я думаю, в донат-шопе где-нибудь приобретаться, все вот эти вот, знаете, айфоны. Xiaomi-то можно будет стандартно купить, а вот iPhone и Samsung, а тут-то уже, наверное, нужно будет какой-нибудь донатик применить для того, чтобы все это сделать. Не говорю, что это плохо, тем не менее, ну, как бы, и проектом-то тоже зарабатывать надо, и почему-то малолетние это не особо понимают и говорят, мол, ой, да вот вы это вводите, лишь бы доната заработать, ой-ой, как же так-то? Ну, типа, ну, они ж полные долбоебы, дебилы, и не понимают, что, типа, ну, так все вообще в жизни-то и работает, что люди хотят заработать деньги, если они это делают законным путем, платят там, знаете, налоги со всех этих донатов, хотя нужно ли с донатов платить налоги, непонятно. Тем не менее, ладно. Но есть и другая такая, знаете ли, версия того, что они там, мол, вот Black Rush, она там, знаете, вот хочет какие-то инновации постоянные. Ну, в общем-то, вся эта ебень, то, что Black Rush как-то хочет улучшить весь этот КРМП, там, сделать все прочее. То есть, не то, что она там, знает, для доната все это вводит, а то, что она хочет улучшить все эти КРМП-проекты, КРМП-сервера, все вот это вот прочее, и, ну, что-то такое делать. Разумеется, все это хуйня и залупа, всем давно понятно, что они хотят заработать как можно больше бабок, и лично я в этом ничего плохого не вижу, потому что, ну, это не так уж и плохо. Однако, вы можете выразить свое мнение по поводу всех этих смартфонов, там, Black Rush, в комментариях у меня там заходите, начинаете писать, мол, вот, Black Rush сделали то правильно, это неправильно, и вообще я играю на Arizona, Rulip и Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, и там со всей этой информацией, разумеется, ознакомьтесь, там, до свидания всем.